Доброго времени суток, друзья, слушатели, смотрители канала Рыбалка. Сразу отвечаю, как обещал, нашему подписчику, который задал такой вопрос. Вот, Ультегра хорошая катушка, зачем покупать катушки, которые дороже? Ну, такой пауза, потому что уже слишком много раз объяснял на этот вопрос. Механизмы, которые отвечают за укладку шнура, у Ультегры и у Стеллы абсолютно разные. То есть принцип один и тот же, а материалы, из которых это все сделано, абсолютно разные. Они стоят на несколько порядков выше. Ультегра хорошая катушка. И если вы ловите уже Ультегры, значит вы уже молодец. Ну поверьте, Стелла вот на столечку, ну лучше. Ну если честно, то она значительно лучше, чем Ультегра. Вот. Если вам интересно, вот этот такой насущный вопрос, я могу рассказать детально, даже подключить с хорошего друга своего, это главного техника Шимана, Сережу, он вам детально расскажет абсолютно все моменты, все нюансы, которые связаны с катушками, чем они отличаются, какая лучше, какая хуже, и то есть мы можем услышать запросто его точку зрения. А теперь, сегодня у нас тоже очень интересный инструмент в гостях. Вот. С Дайкой я связался, с этой компанией, когда приобрел свой первый спиннинг. Это был форелевый инструмент, достаточно интересный, новый для меня. Это был инструмент линейки Льзарли. Знаете, вроде как все такое, как у всех. Ну, я имею в виду япошек. А вот, опять же, вот как пастель. Вот, ну, вот столечко лучше. Вот. А сегодня у меня в руках, буду показывать, королевский инструмент. Это Дайка Роялити. Самым, что ни на есть, обыкновенном японском чехле. Вот. В общем, мы продолжаем. Мы продолжаем залазить за зеркалье, за пределье, и с большим удовольствием будем тестить эти палки. Сейчас я соберу, естественно, сегодня украсит этот инструмент стелочка 2000-я, наверное, с 0.15 с майлайденовским шнуром, который уже вот в апгрейде новый вышел. В общем, соберу такой комплект, возьму и буду пробовать. Вообще-то заявлена она, насколько дал переводчик, как универсал. Так что мы попробуем не то, хотя жигануть в диапазоне, в котором спиннинг работает, а попробуем, наверное, еще взять и колебушечкой протянуть. И у меня еще есть маленький ротлереночек. Вот попробуем вот этими тремя. Ну, раз универсал, значит универсал. Собираем и на воду. Начнем с колебушек. Какие колебалки я использую? Ну, если тест у данного произведение искусства 0,54 грамма, я думаю, мы будем брать 2-граммовую серединочку такую для колебалочек. Это то, что доктор приписал, ну, для того, чтобы попробовать. Конечно, попробуем и маленькую обязательно. Повторюсь, шнурик у нас стоит 0,15, флюрик чуть-чуть толще. Сейчас поправим и попробуем. Что это такое? Ведем некий заброс японским. Два грамма хорошо полетело. Очень спокойно. Ух ты. Вот
первая колебалочка двухграммовая, она 1,8 грамма в воде по забросу. Знаете, обычно отхожу от термина за горизонт, но бросает достаточно далеко. И вот друзьяки полосатые за колебалочкой идут. Очень хорошо бросает. Говорю, эта палка не арейная, абсолютно никакого отношения к этой к форелевым делам не имеет. Но заброс шикарный. Чуть-чуть больше колебушечку поставить, чуть-чуть больше. Хорошо бросает. Я всегда, когда езжу на тесты с Виталий, спрашиваю, ну скажи свои впечатления, ну скажи свои впечатления. Вот. А вот если задать самому себе такой вопрос, ну скажи свои впечатления. Хочется ответить, дайте я половлю еще чуток, а потом будем рассуждать о впечатлениях, которые я получил от данного инструмента. Это колебалочка 3,3 грамма, она предназначена для стримовых проводов, ну то есть для речушек, имеющих течение. Но она почему-то при достаточно скоростной проводке очень окуню нравится. Нашему обыкновенному ставковому окуню. Вот по колебалкам. Вот нету той остроты, которая присуща, если ставишь колебалку на сухой бланк, который вот сейчас вот модный. Нету той остроты. Но я абсолютно все слышу. То есть все, что происходит в воде, как я веду колебалку, я ее слышу. Вот. Я не знаю. Это второе чувство. Первое у меня такое, это когда мы были на тесте и японских красавиц от Дайвы тестили. Вот там вот тоже было такое ощущение. Резкости нету, но, знаете, это такое впечатление, когда убрали все шумы, вот если сравнивать с теми, кто записывает звук, с аудиофилами, вот все шумы ненужные убраны, и ты только получаешь то, что конкретно тебя интересует, то есть движение колебалки. Вот примерно здесь такая штука. Сейчас мы переоснастим. Я очень хочу попробовать... Хочется поджигануть чуть-чуть, я вижу, там окунь гуляет. Но хочется еще также попробовать маленького ротлененочка. Потому как
крайний визит на Волчью, куда мы поехали просто потестить палочки, вот, был знаменателен тем, что вот эти вот мелкие красотуны, они такого джосу дали на воде, что это просто мама не горюй. Все приманки, которые мы будем ставить сегодня, это приманки, которые 100% попадают в заявленный тест спиннинга. Никаких там этих перегрузов, недогрузов, ничего не будет. То есть все согласно заявленному тесту. Итак, попробуем этого дружочка. Попробовали. Вот. И оказывается, это понравилось не только нам, но и такому полосатому красавцу. А ну быстро домой. Басота. Вот он, пожалуйста. Что? Отлично. Великолепный заброс. Вот без преувеличений. Великолепный. Учитывая 69-ю длину инструмента, огонь. Оу. Ух ты моя красавица. Ну-ка. Судачище. Вот. Опять же говорю, вот это вот впечатление. Я ратлина. Так. Сейчас я покажу этого монстра. О. Ёхан бабай. Монстрище, иди всё, сюда. Наш красавец освобожден. Большое спасибо за супер поклевку. Вот, давай домой. Расти. Увеличивается в размерах, товарищ. Мы продолжаем. Я думаю, еще сейчас пару забросиков на ратлина сделаю, а потом перейду на джиг. Даже если нет поклевки, то я вот смотрю, рыба сопровождает приманку до самой кромки воды. Такая. Сейчас я чуть-чуть смещусь и попробую еще вертушечкой поработать. Сейчас у моего коллеги тоже поклевочка, такой хороший окушочек. Вот. Итак, вертушечка. Надо в кусты залазить. Засранец. Вы видели, поклевочка была. До кустика довел и отцепился. Ничего. Есть два варианта проверки заявленного теста удилища. Первый вариант. Это просто взять грузики, Т-70,
тестовых характеристик. Ну, там, вот это, например, 0,54. То есть взять от полграммового до 4-граммового, посмотреть, как отрабатывает вершинка. Есть второй вариант, собирать монтажи. Но, вы знаете, наверное, и тот тест будет до конца не совсем корректным. Почему? Потому что объемная вершинка, объемная приманка, которая достаточно, ну, как бы с повышенной плавучестью, но абсолютно малого веса, она будет давать одни ощущения. А если приманочка, например, в виде червячка какого-то, а там стоит вольфрамовая трешечка, например, и вся, все вместе со всеми, ну, как бы и с крючком там даже не доходит 4 грамм, вот, это будет свое, то есть приманка будет достаточно, оснастка будет быстро опускаться на дно, и ее проводки будут достаточно, ну, четкие такие, вот, как рваные даже, можно так сказать. Поэтому попробуем сейчас примерно, я так знаю, сколько приманки весят, попробую примерно потестировать вот от минимального до максимально заявленного. Естественно, это будет полная оснастка. Вот. Сейчас взял серединку, даже не серединку, а вот у меня стоит 1,5-граммовый вольфрамчик. И вот такая вот симпатичная кракозяброчка. Вот. Сейчас попробую забросить. Что меня интересует? Дальность заброса и сенсорика. То есть, как я слышу работу приманки. То ли это будет отображаться на вершинке спиннинга, то ли это будут какие-то удары в руку, то ли это будет совместное, то ли будет еще какие-то ощущения. Я не знаю. Я, в общем, начинаю пробовать. Здесь у меня такая вот морская жиголовочка с собственным весом 0,4 грамма. Сейчас я приманочку сооружу на нее и сделаю забросик. Посмотрим, что, собственно, мы получим. Вот такая красота с красными глазами. Посмотрим. Но опять же, с приманочкой, я думаю, ну там 0,4. Ну, грамм с лишним должен. Это, знаете, как говорят, допробовался. Покажу вам это. Вот, пожалуйста. Хороший такой товарищ. Первое. Я не скажу ни в коем случае, что вот это вот монтажик, который я соорудил, что он... О, смотрите, какая красота. Давай, дружище, к себе домой. Что он стучал по дну. Абсолютно нет. Здесь глина, здесь никакой ракушки нету. Не было такого. Скорее и вершинка на грамме не отрабатывала. Не буду даже придумать. Ну, как-то, знаете, может уже интуитивно, может имея какой-то опыт. Вот, даже не по провисанию, я вот контролировал. Наверное, к этим ощущениям надо привыкнуть. Просто привыкнуть. Я контролировал приманку. И было два таких небольших грыза. Я чуть-чуть остановил. И потом сделал такую высокую, только на подъем хотел высокую проводочку сделать, ступенечку. И тут же была поклевка. Я попробую. Еще вот с этим монтажиком произвести хотя бы парочку забросиков. Может, еще какую-то рыбку прицепить. Скажу сразу, заброс вот такого монтажа в длине сократился. То есть той дальности нету. Но, опять же, зная как бы предыдущих товарищей, которых я держал в руке, и некоторые были достаточно большей длины. Вот. Даечка очень хорошо себя повела. То есть при 0,15 шнуре, вот на всем вылете, который я делаю заброс, ну реально, я не буду придумывать о том, что она отрабатывает, там загибается. Нет, такого нет. А уже когда поближе подходишь, там есть такое еле-еле уловимое движение вершинкой, то есть при отработке. Ну как, я не знаю, для грамма, хорошо это или плохо. Есть у меня вот такая интересная приманочка.
которую полюбляют местные жители. Вот, она имеет 2 грамма вольфрамчик, ну, будем где-то так понимать, где-то в районе грамм 3. Я так думаю, а сейчас это заодно и проверим, что это такой интересный вес именно для вот этой палочки. А тут и проверять нечего. Как 2 грамма, так и заброс. Отлично. А, и отработка вершинки. Ох. Поделюсь еще одним моментом, который вот на крайней рыбалке мы были на малой реке, буквально перед этим выездом, и так получилось, что Икстюн нас забрали, ультралайтовый. Не, это не 16-го, предыдущего модельного года, там вопрос был, мы хотели его показать. Ну, человек, покупаю все, никаких дел. Что мне поразило, по-моему, 709-й, что мне поразило в этом инструменте? Это достаточно длинный ультрик. И вот именно благодаря своей длине и очень интересному строю, вот, он позволяет именно малыми приманками делать дальние забросы. Именно малыми. Вот, наверное, там спрашивали по поводу Икстюн. Ну, не дали нам вот так вот в полной мере поиграться этим инструментом на воде. Но вот это вот поразило. Эта же штуковина. Я не ждал от нее при 69-й длине, что она мне будет бросать граммовую снасть достаточно далеко. Нет, но она хорошо это выполняет. Вот. 2 грамма с приманкой, это уже класс, это уже комфорт и вообще никаких заморочек не надо. Я так думаю, если бы ветерок был бы, то она и достаточно неплохо ветерок бы резала. Вот. Опять же, вот сейчас начинают какие-то ощущения появляться. Вот. В сенсорике и в проводке убрано все лишнее. Ну, знаете, какое? Убраны призвуки, вот, и есть только чистый звук, движение приманки. Я не знаю, как они этого добиваются, и, честно говоря, даже углубляться в эту не буду. Очень интересно. Я, конечно, попробую сейчас еще 3-граммовый поставить вольфрамчик и попробую с приманочкой, чтобы собрать 4-граммовый вот такой вот комплектик. И потом с граммовым именно монтажиком попробую. И обязательно вам об этом вот буду рассказывать, показывать. Хотя сейчас попробую вот заснять отработку кончика. Повторюсь, для такой длины очень-очень неплохой заброс. Thank you.
Ну что вы меня пугаете? Ну, пацаны, вы даете. Да. А вот эту поклевку я не ожидал. Знаете, аж как током пробило. Не помню. Ну, это что такое? Дружочек, ну зачем ты туда завел, а? Ну? Четкая отработка, вообще без всяких. Ну так атакуй уже. Что ж ты, товарищ? Вот смотрите, вот такие вот красотуны, моцные рыбы, прибрежная зона. Давай, домой расти. Опа-на. Заходим в зону полосатых. Зашли в зону полосатых. Кто там у нас в гостях? А ну покажи. Ух ты, ё. А ну покажи. Опа-на. Опа-на. А ну. Вот очень хорошо. Вот подожди. Да. Иди домой. В зоне полосатых был еще полосатый друг. Но уже клыкатый, зубатый. Вот, опять же повторюсь, травица, небольшая травица. Тут же меняется игра, и я это все ощущаю. А ну ради интереса. Раз, два, три, четыре. Вот 45 оборотов стелы, это у меня цешечка 2000-я эска. Кому интересно, можете посчитать. Потом такой без напряга, такой. И все. Вообще без напряга, без какого-либо напряга. Понял, а что мы атакуем прямо с лета, что ли? Бывает такое. Вот интересно, ну кто это? А ну покажите. Засранец, засранец, травку завел. Эх, хорошая поклевочка была. И явно не окушковая. Вот они
четко ориентироваться. Если можно освободиться от крючка, сразу в траву нырну и все. Сейчас попробую твистерочка, да. Может, твистерочек его больше заинтересует. Ух ты! Ну и чего ты? Ты ж так хорошо клюнул, дружбанище. Ты ж так классно клюнул. Видите, абсолютно его не интересует твистеров. Вообще никак. Хорошо. Сейчас мы тебе дадим друг того, что ты хочешь. Давайте по-честному. По-честному. Кто там у нас? Ага, понятно. В общем, у нас был товарищ, которому очень даже понравилась наша приманка. Ух ты! Ну, 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 хорошая приманка. Я согласен. Давай, к нам, все равно отпустим. А, лопатосики. Сейчас, подожди. Домой. Видите, твистерок абсолютно никакой реакции. Червячок сразу по клевке. Цвет одинаковый. Ну, практически одинаковый. Казалось бы, одна приманка пассивная, одна активная. Водичка начала подогреваться уже. Как бы уже и активные приманки в самый раз должны работать. Нет, нету. Сейчас мы поправим. О, а у нас там уже какие-то бурления начинаются.
Ох, хорошо, хорошо забросил. А ну-ка, друзьяки, сделайте шоу, как вы можете это делать. Ну давай, красоту. Вот такие карапузы начали брать немножко дальше оттуда. Ну, видите, рыба, как солнышко сместилось, выше поднялось. Рыбка тоже смещается, идет за солнышком. Ну-ка давай. Отдай крючок, жму. Как ты его захватил? Чудовище! Домой! Судя по всему, у них там какие-то детсад с яслями вместе. И они там что-то делают. Ну где-то же должна быть и воспитательница. Грамм так 300, 400, 500, 600. Я чуть не сказал, с четвертым размером. Это, то есть покрупнее окунь. Очень нравится им червячок этот, очень, и они очень охотно его стягивают с крючка, с удовольствием. Притом жестко грызут. Ладно. Ну как там насчет воспитательницы-то, господа? Шо-шо-шо-шо. Но это может быть. Может быть. Средняя группа. Ну, абсолютно, это же не воспитательница, не средняя. Ну хорошо. Подожди, подожди. Сейчас домой идешь. Молодец. А это кто у нас? То же самое. Ну давайте директора детского садика. Не хотите воспитывать директора? Давайте сейчас забросик сделаем. Итак, ну как бы торжественный момент. Мы в тенечек ушли, уже по-настоящему. Летнее солнышко нас встретило, и рыба клевала классно, и все было хорошо. Знаете, вот такие вот тесты, они немножко, как это сказать, волнительные, что ли. И с чем это связано? Вот берешь производителя какого-то на тест, есть там, замечаешь какие-то моменты, какие-то недостатки. Вот где-то они так гипертрофически выразили, вот такая вот недостаточность. Где-то понимаешь конкретно, что лучше эту вещь вообще не брать в магазин, для того, чтобы потом людям не объяснять, почему ее не надо покупать. Вот. А есть вещи, от которых просто получаешь удовольствие. Сегодня день реальных удовольствий. Сегодня, как бы зная о том, что будет палка достаточно интересная, королевских кровей, я так спокойно говорю, вот. А вещи, которые стоят почти $900, и катушка тоже не маленькая, не неплохая, и снасть. Вот. Ладно, об этом инструменте, о роялите. Вот она, еще раз показываю. Вот эту штуковину.
Настоящий японец, рожденный японец, японец реально королевских кровей. Настоящих королевских кровей. Вот. На котором, вот первое впечатление достаешь, нету даже однолаповых колец. Вот. Который собрал, и начинается рыбалка. Японцы абсолютно точно дали спецификацию, как универсала. Показываю. Сегодня. Вот эти пацаны ловили рыбу. Дальше. Сегодня. Где-то это не якиса. Вот этот мачуганин ловил рыбу. Все эти приманки относятся к разным видам. Дальше. Вот это ловило рыбу. Дальше. И плюс силикон. Силикон, начиная, вы видели, я оставил жигалу. Сейчас ее покажу. 0,4 грамма. Это морская, ставридная такая интересная штуковина. Но червячка оставил довольно-таки объемного. Вот. Он хитом был в прибрежной зоне. Напротив коллега сидит, поэтому я и вам говорю, и ему говорю. А ему, наверное, больше говорю, чем. О впечатлениях попробую сравнить с автомобильными. Знаете, есть машина для того, чтобы набрать скорость там 200 км в час заявлена. Она летит, усирается, пердит. Раз, на спидометре 200, все бросили, целую неделю пьют по этому поводу. Здесь вот сколько написано, она набирает мгновенно. Просто набирает. Вот написано 100 грамм, я от 100 грамм работаю. Написано до таких, я до таких работаю. Набор скорости, то есть заброс просто потрясающий. Я не знаю, говорю, как вот, ну, хочется первый раз вот это вот затертое слово за горизонт применить. Очень хороший заброс. Да, я понимаю, что ассистентами были непростые катушки. Это была стелочка с очень хорошим 0,15 правильным шнуром. Действительно правильный, это тот шнур, который необходим вот для таких вот, вот дел. Дальше. По чувствительности. Есть палки, но это опять же, на мой взгляд, нервные. Вот возьмем тик-то, да, там рыба даже или проходит, или кус, что-то такое, такой удар, блин, там все, все шевелится, все это самое, ты понимаешь. Вот я прошелся вдоль камышины, которая была срезана в 1900 таком-то году, и это самое, то есть полные данные, раз о камыше рассказал. У него нету сумасшествия, он просто говорит, это старый камыш. Еще о, некоторые говорят, вот хороша палка, но поклевку я ощущаю только по вершинке. Пожалуйста, мы работаем граммом по вершинке. Знаете, вот если взять, ну блин, тяжело о ней рассказывать как-то. Вот если взять и так вот как бы сравнить со звуком, вот всю мишуру, все обертона, все шумы, все убрали и дали чистый звук. Вот это вот такая вот у нас дайка роялити. Знаете, многие рассуждают, когда палку берут. А вот посмотрите, какой катушкодержатель. А вот посмотрите, какой изыск. А вот посмотрите вот это. Вот посмотрите. Ребят, сделана она клево. Просто клево. Я не знаю, я бы тут ничего не дополнял. Знаете, обычно вот возьмешь палку. Но, как правило, чем выше качеством предмет, тем он менее броский. И тем приятнее им пользоваться. Это факт железобетонный. Я не думаю, что если кто-то будет стоять с этим инструментом, а вы будете проходить мимо, будете говорить, у, дай-ка роялити, у, дай-ка роялити. И вообще, честно говоря, мне очень приятно, как вы восприняли тест достаточно дорогих японских инструментов. Ну ведь мне, правда, ну был там один комментарий такой, явно непонятный, вообще приятно. Но когда проезжает нормальный там Mercedes S-класса, или когда Феррик проезжает, вы же не кричите, о, Mercedes проехал, о. А тут такое впечатление сразу, знаете, такое-то табу. Почему-то дорогие вещи со стороны там автомобиля, это нормально, дорогие вещи со стороны спиннинга, мне нормально. Ребят, абсолютно с вами не согласен. Те, кто может себе позволить, и дай бог, чтобы таких людей становилось от года к году больше, брали и покупали такие вещи. Лично мне, как человеку, знакомство вот с такими
инструментами, скажу, не буду лукавить, это не мой ценовой диапазон. Мой ценовой диапазон ниже. Я сам для себя его поставил. Вот. Но я теперь четко понимаю, чего я хочу. Узнав как бы верх и узнав истину, ты понимаешь, чего ты хочешь от палки. И опять же, отбирая в магазине для вас, дорогие друзья, те вещи, которыми мы торгуем, я четко понимаю, вот это так, а вот это так, а вот это вообще не надо брать. Повторюсь, очень много вещей появляется, которые не надо брать. И мы их не берем. У нас нету такой сумасшедшего какого-то ассортимента, непонятного для кого. По джигу. 0,4 грамма с червяком были пойманы окуня. Грамм с червяком. Ну, сегодня червяк был форел. То же самое окуня. 2 грамма летит великолепно, 3 грамма супер. Вот, ты знаешь, это самое. Я даже сказал ребятам, так, к Валере обращаюсь, а вот когда мы были на Малой реке с Экстюном, вот, вот там вот примерно такой же заброс. Вот Экстюн реально, Экстюн, в принципе, небольшой ветер, он его благодаря своим техническим характеристикам прорезает, прорывает, и приманка доставляется именно туда, куда вы ее посылаете. Вот у дайки на как бы заявленном весе больше диапазон, это тоже происходит. А в общем, я, честно говоря, я обалдел. Я не знаю, как эти ощутить, это самое, мне понравилось. Мне понравилось, по крайней мере, я потихоньку начинаю понимать, что такое японская промышленность. Что они делают, как они делают и для чего они делают. Не бойтесь покупать, если опять же есть какая-то у вас финансовая возможность, не бойтесь брать хорошие вещи. Но, скажу сразу, узнавайте о них максимально больше, потому что, честно, вот ассоциации с этим инструментом. Я сразу вспомнил рассказ Жванецкого Михаила Михайловича. Там, где в исполнении, по-моему, Карцева. Когда он рассказывал, как он приготавливал салат в Одессе. Помнишь, он берет ложку, перемазывает, там все. Я говорю, вот это вот точно, вот этот кайф, и знаешь, Антура, это кайф вот с этой удочкой. Идем к водоему, шикарная погода, понимаешь, супер колоссальная снасть, хороший друг рядом. Открываем коробки, там хорошая воблера, начинаем ловить, ловим рыбу. Знаешь, закрываем эту коробку, открываем вторую хорошую коробку, достаем вертушки, колебалки, начинаем ловить рыба, у коллеги рядом рыба, закрываем эти коробки, ставим джиг, и опять, это супер. Ребят, поверьте, это просто хороший инструмент. Я уже стараюсь без эмоций об этом всем рассказывать. На этом наше знакомство с внутренним японопромом не заканчивается. Мы пойдем еще дальше. Я не знаю, там запределье это или не запределье. Ну, в общем, идем дальше. Будет на тесте тоже очень интересная палочка, которая, наверное, скорее ближе будет к любителям воблеров. Именно ультралайтовых воблеров. Тоже очень интересное направление, которое для себя я сейчас его открываю. И честно говорю, вот как бы кроме рассказа Михаила Михайловича, еще тут же такая ассоциация с коробкой, которая у Мейха недавно появилась. Это, ну как они ее называют, двойная коробочка, в которой можно уложить все монтажи, положить ее в карман и просто бродить часами возле водоема. Естественно, если вы не состоите в рыбколхозе, отпускать рыбу. Ну а если там и поймали пару трофейчиков, то почему бы их не взять и спокойно там приготовить? Вы знаете, вот такая вот с открытой душой, ну очень красивая. Ну посмотрите. Очень красивая удочка, хотя же, говорю, на ней все написано. То есть, если хотите узнать, все, пожалуйста. Какой строй написан, какая длина написана, какой тест написан и где она произведена. И все, и там в конце иероглиф, он тоже японский, говорит, написанному верить. Вот этот самый главный иероглиф. Вам добра, процветания, огромное спасибо за то, что вы комментируете, огромное спасибо за то, что вы ищете. Огромное спасибо всем тем, кто смотрит на наш канал. Огромное спасибо тому человеку, который дал возможность, который сидит напротив, который дал возможность залезть в этот королевский класс. Я не буду придумывать, это не мой инструмент, честно говорю. Это его одна из любимейших, или самая, да? Да, Валер, самая? Да. Ну, короче, это та вещь, которую он очень-очень любит. Поэтому огромное спасибо тебе.
Тесты наши будут идти дальше, программа наша продолжается, интересно, и знакомство с новинкой мы обещаем. Подписывайтесь. Первый раз делаю, снимаю шляпу. Перед такими производителями японскими, честно говоря, очень было интересно. До новых встреч, до новых рыб, до новых интересных моментов. Всего самого-самого хорошего. Пока. Все.